Безупречная честная перепись, которая обошла каждый дом, в том числе и мой, обошла стороной, показала, что в Москве живет 10 миллионов человек, на самом деле 22. И исходя из этого, невозможно понять, сколько у нас людей погибает на зачетную тысячу. Во-вторых, не все из них граждане. Они статистику тоже не попадают. И, по всему прочему, у нас есть специальные инструменты, которые позволяют определить количество погибающих. Вот у нас есть две федеральных целевых программы. Они с треском провалились. За что все виновные в провале были награждены повышенным званием и получили в том числе вознаграждение. Не обязательно прямое вознаграждение медали. И согласно этой федеральной целевой программе у нас указано на дорогах нашей страны в результате ДТП погибает порядка 100 тысяч человек. Эту цифру вы официально не услышите никогда. Так же, как вы никогда не услышите официальную цифру, сколько же погибло людей во Вторую мировую войну. Наших. То, что мы называем великоотечеством. Сколько погибло. Вы никогда этого не узнаете. Исходя из этих лукавых цифр, у нас начертана стратегия. И там должны быть другие показатели. Там должны изначально быть другие цифры, они есть. И мы должны прийти к еще более эфемерным показателям в результате. Причем в 1995 году у нас был совместный приказ МВД и Минздрава, согласно которому по результатам